Учебный год подходит к концу. Спортсмены городского округа подводят итоги за спортивный сезон. Во Дворце спорта «Триумф» состоялись итоговые соревнования по художественной гимнастике среди спортсменок от 4 до 17 лет. Своими достижениями участницы поделились с нашей съемочной группой. Ежегодно в мае юные гимнастки подводят итоги и демонстрируют навыки, которые приобрели за спортивный сезон. К своему выступлению на ковре готовится Валерия Карпова. В этом году она получает звание кандидат в мастера спорта. К этому разряду Лера шла больше 5 лет. Поймала, но все было в 2 руки. И по итогу сделала только 2 ловли правильных из 4 бросков. Поэтому не могу сказать, что я очень довольна, но нормально. Результаты учебы гимнастки демонстрировали в групповых упражнениях и индивидуальной программе с мячами, булавами и лентами. А за выступлением каждой пристально следили судейские бригады. У нас существует бригада, которая судит элементы тела. Вторая бригада – элементы предмета. Третья бригада – артистическая ценность. И четвертая – исполнение. А после итоговых соревнований среди лучших гимнасток прошли батлы за звание чемпионов городского округа 2024. В их числе и Мария Кучумова. Художественной гимнастикой занимается 5 лет. На этом турнире она защитила 2-й спортивный разряд. Батла переживала за мяч, потому что это был мой нелюбимый предмет, а сейчас он стал любимый. Но все равно я с этим батлом хорошо справилась. Всего в турнире участвовали 177 спортсменок. Из них 8 девочек получили кандидатов в мастера спорта. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.